В сентябре свой сотый день рождения отмечает в ГИК, Всероссийский государственный институт кинематографии имени Сергея Герасимова. В честь юбилея старейшего учебного заведения в области кинематографии и телевидения в Сергиево-Посадском филиале в ГИК собралось много гостей. В ГИК, кроме того, что это первая киношкола в мире, в 2013 году указом президента России Путиным Владимиром Владимировичем отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации. В ГИК славен прежде всего своими методиками, образовательными технологиями, которые мы применяем для, так сказать, обучения будущих кинематографистов. Это система мастерских, которая была создана еще в начале нашими отцами-основателями, и эти традиции мы продолжаем. Что касается Сергиево-Посадского филиала, к нам филиалы присоединены, они раньше были кинотехникумы, и в 2011 году были присоединены к ВГИКу. И мы их преобразовали в филиалы, в котором есть и среднее образование, и высшее. В Сергиево-Посадском филиале в 2015 году открыты две программы высшего образования – режиссура анимации и режиссура мультимедиа. Ну, успешно проходит пока набор, на следующий год должен быть выпуск, и мы надеемся, что выпускники нас порадуют. Известное во всем мире учебное заведение занимается подготовкой кадров по различным специальностям в области кино и телевидения. Для этого реализуются программы высшего и послевузовского образования. Колледжи при ВГИКе осуществляют подготовку специалистов по программе среднего профессионального образования. Свою историю Загорский кинотехникум начал в 1948 году. В 90-е годы мы были Сергиево-Посадским кино-видеотехническим колледжем. Мы в 2011 году стали филиалом Всероссийского государственного института кинематографии. И сейчас готовим специалистов по специальностям высшего образования. Режиссура кино и телевидения, специализация режиссер мультимедиа и режиссер анимации компьютерной графики. В настоящее время в структуре высшего образования у нас обучается 65 студентов. Сергиево-Посадский филиал готовит высококвалифицированных специалистов. Наши ребята обладают прекрасными творческими способностями. Это специалисты, которые получают здесь очень хорошие знания и впоследствии работают во многих отраслях, не только в нашем городе, но и по всей России. Руководителем и преподавателем Сергиево-Посадского филиала ВГИК имени Сергея Герасимова в честь столетия учебного заведения были вручены юбилейные медали. Аркентьев Сергей Павлович. В честь праздника состоялся концерт, который подготовили студенты ВГИКа совместно с учащимися Сергиево-Посадского колледжа. Получилось так, что решил связать свою специализацию именно с режиссурой мультимедиа. Выбрал ВГИК, потому что мне советовали его друзья, и я видел очень много фильмов и режиссеров, которые выпускались из этого учебного заведения. Решил пойти по стопам Тарковского. В данный момент мы занимаемся интерактивом, а вообще по выпуску из института я планирую открыть собственную мультимедийную студию, где мы будем заниматься разными мультимедийными проектами, начиная от видеоигр, заканчивая какими-то рекламными роликами, короткометражками, полнометражками, то есть, по сути, всем. Всем все, что в себя включает творчество. Я выбрала этот институт, наверное, потому что, когда в него приехала, сразу влюбилась в эту творческую атмосферу. Ну, потому что, да, здесь все такие немножко обезбашенные, должно быть в каждом творческом человеке, я считаю. Вот, и я обычно, ну, я занималась рисованием раньше, но здесь я поняла, что вот анимация – это какой-то новый формат, на который я могу вступить, мне очень хотелось это попробовать. Вот, но сейчас я понимаю, что да, я попала туда, куда надо, потому что действительно заниматься анимацией, ну, как бы, так скажем, новый формат его творчества, в общем, меня это привлекает. Да, и после окончания ВГИКа я вижу себя, наверное, либо аниматором на студии, ну, надеюсь, что дорасту до режиссера, очень бы хотелось.
поздравляем с юбилеем студентов, преподавателей и руководителей Сергиево-Посадского филиала ВГИК. Пусть все ваши мечты сбудутся. С праздником! Елена Георгиева, Сергей Кошайкин. День города.